ноги уже не идут. Все, доел червей. Видно, нет вам. На лыжи как будто цемента прилепили. На безрыбье и рак рыба как. Ничего не обнаружил. Ну вы все сами видели. Сейчас фотоловушку переставлю, сделаю по-нормальному, что-то в прошлый раз как-то криво поставил, один угол только снимало. Сейчас сделаю, чтобы полностью его было видно, бобрика. Конечно, фотоловушка у меня такая, говно, короче, по-русски говоря, дешевую сам брал, 1200 что ли. Она снимает по несколько секунд, там 5 секунд, потом зависает, делает какие-то фотографии, половину не снимает, короче, ерунда, но все равно... На безрыбье и рак рыба, как говорится, хоть какие-то кадры все равно заснимем. Ну все, сейчас прям туда в норку смотрит. Думаю, получится нормально. Снять так ничего не получилось, так как забыл поставить флешку. Посижу, часик порыбачу, может какая-нибудь крупненькая рыбинка поймается на уху. Мелочевку-то я, конечно, не буду брать, отпускать буду, если вдруг поймается. Так-то здесь и щука вроде была, и судак. Попробовать бы когда-нибудь жерлицы купить, поставить. Вдруг зайдет. Хотя редко попадаются. Но удочку один раз только ловил здесь, в этом районе. Очень мало щуки здесь с судаком. Поймал, и то на берегу сошла. Перецеплю мормышку, это какая-то... Не уловится. Вот на эту вот бложку лучше ловится. Такая вот. Даже без этого, без наживки. Еще глазик. На глазик вроде тоже нормально ловится. Но это проверенное уже на эту ловил. Все, доел червей, ничего не поймал. Отправляюсь во свояси. Говорили сделать сладенькой водички бабочки, чтобы она кушала, дожила до весны. Сейчас попробуем, сделаем, может поест, попьет. Ну вы все сами видели, я ничего не пилил, просто шел мимо, облокотился, оно само упало, так что если что, я не виноват. Ладно, че добру пропадать, раз уж упало, так напилим его сейчас. Всем привет, ребята, кстати, забыл поздороваться. Пришел в землянку, есть кое-какие планы, надо заготовить материал. Пойду пока пилить, времени уже 4 часа, скоро будет темнять. Завтра нужно будет заготовить материалов. Хочу найти капы. Может, дойдем до заброшенных садов здесь. И там попилим еще
валежника какого-нибудь, яблоньки, может, или какой-нибудь такой материал для резьбы, чтобы подходил. Вот это не дело, что туда набитает постоянно, надо сделать двери, так что сегодня, если успею, сделаю. Сейчас пойду напилю эти бревнышки, остатки на дрова пойдут. С города в лес прихожу и начинает как-то голова кружиться и сон клонить от свежего воздуха, что ли. Кстати, кто-то в комментариях написал тоже, что после города, когда в деревню приезжает, что у него голова кружится от перенасыщения свежим воздухом. Но здесь хоть и не сильно свежий воздух, но все равно отличается немного, чем в городе. Здесь хотя бы машины нету. Ну, от завода, конечно, сюда попадает выхлоп, но от машин, думаю, нет. Крученая попалась на дрова-то. Все, ребята, закончил. Вот так получилось. Почти как магазинская. Сделаю веревочку, чтобы ее можно было оттягивать. Потому что ни этих, ни навесов, ничего нету. За веревочку потянул, отодвинул просто. Или в бок отодвинуть. Нормально, будет от снега закрывать, и ладно. Чай с печеньками сейчас попью. Печка не стал готовить, думаю, здесь сейчас прогорит, сюда закину, печенки будем жарить. Хотел в этих садах поискать сломанные, может, яблони какие-нибудь есть. Какие-нибудь деревья, они для резьбы подходят, у них структура красивая, у яблони тоже. И, ну, конечно, она твердовата немного для резьбы, но все равно лучше, чем сосна. Также хотел капы найти. На одном дереве, кстати, там видел капы, только посмотреть надо, они высоко или невысоко, и чтобы побольше были. Если маленькие, то там толку от них не будет. Буду делать из капа тоже какие-нибудь изделия. Чаши из них красивые, у них вообще структура у капа и у сувели очень красивая. Шикарно выходят из них изделия. А так здесь березняка особо нету, надо куда-то в другое место ехать. Здесь сосняк в основном. Также пишут там по дровам, что почему березы не топишь здесь. Если есть береза, то она гнилая, валежная. Свежую не будешь пилить. Так что не знаю. Завтра похожу, посмотрю. Может, что-то и найду. Опа-опа. Пленочка.
все, картошечка сейчас запекается у нас. Наш ужин. Опа, все хорошо. Печеночки испеклись. Зверушек вроде нет. Картошка вроде картошка, но когда вареная, жареная или печенки, совсем разные вкусы. Кстати, нарды закончил. Сейчас увидите обзорчик. Вот такие изделия готовы. Готовятся к отправке. Здесь кошечка, нарды. С лешим готовы. Такой краткий обзорчик. Кружечка в баньку. Кукса для рыбака. Если что, по заказам пишите, ссылка в описании. Вот такая работа проделана. Сейчас пока нарезаю вот такого вот медведя, потом опубликую, что получится. Панно медведь. Вот такой вот чудесный лесной ужин. 9 часов времени. Картошка, правда, уже остыла. Ладно, друзья, буду сейчас ложиться отдыхать, наверное. Может, еще повырезаю, посижу. Завтра пораньше встану. Пойдем искать березняк. Капсу, вель. Лыжи у меня припаркованы, спрятаны там на реке. Чтобы не таскаться тут с ними, там оставил. Так что, ладно, всем до утра. Это капец, друзья. Доброе утро. Выпал новый снег. Еще и на улице тепло. На лыжи липнет. Идти вообще невозможно. Это капец вообще. Как черепаха плетусь. На лыжи как будто цемента прилепили. Килограмма по 3. Вот тащишь его и идешь. Сегодня что-то плюс один обещали, наверное, подтаял. Видно, нет вам, куча вон какая большая. Землянка, что ли, чья-то тоже. Сейчас посмотрим, подойдем. Подмерзшая вкуснее. Как мороженые яблоки, тоже так же. Мороженые ранетки. Это просто какой-то бугор. Вот это ценная растопка. Сама прям отрывается уже. Береста.
снега по колено. Вы слышите, друзья? Вот она. Вот это природа. Здесь никаких лишних шумов нет, ни машин, ни заводов. Вот сюда надо стремиться жить. Только одна природа. Я ушел далеко сильно от города, так что здесь вообще тишина, спокой. Ну это не кап, так просто нарост какой-то. Вот это непонятное что-то. А, дымовик. Я не знал, что они на деревьях растут даже. Кажись, нашел. Но маленький. Стопки стой какие-нибудь из них сделать. Да не. Блин, чуть-чуть побольше хотя бы. Видите, как они растут. Если один кап есть, то их по-любому должно быть много. Оно дерево такое, как зараженное этими капами сразу становится. Мне кто-то в тот раз писал, что я показывал там один кап. Что это не кап, а сувель. Сувель, ребята, один растет в основном. И он по структуре такой же, как кора практически. Нарост в коре березовой. А кап, он вот такой вот, похож на чагу немного. Тоже такой же всякий неровный, черный. Вот здесь вот тоже, видите. Вот здесь уже немного побольше, но все равно хотелось бы немного побольше. Там обрежется эта вся кора. И ничего не останется особо-то от него. Так, ладно, еще поищем-то. Капкан чей-то стоит. Тропа натоптана сюда. Его часто ходят. Кого ловят, так я не знаю. Кто, охотники, кто смотрит, напишите, как кого ловят в такие ловушки. Ну, следов звериных каких-то нету. Особо. Не знаю. Кого тут? Птичек что ли ловить? Ну так-то может какую-нибудь куницу, так у нас тут вроде их нет тоже. В этом районе. Ну что, друзья, можете меня поздравить? Нашел? Только еще как-нибудь бы его еще спилить. Высоковато, блин. Ну попытаюсь, хороший. Сейчас сперва перекушу, чая попью. Уже полдня хожу. Ноги уже не шевелятся, наверное. Сейчас спилю и буду потихоньку в обратную сторону выходить уже. Здесь вышел на бронку. Чью-то. Хлеба что-то нету, то ли я его потерял, то ли я его не взял, а здесь дырка есть, может где-нибудь по деревом наклонялся и выпал. Ну ладно, паштет-то с печенюшками есть. Да, погулял сегодня хорошо, чай с метком. Хорошо. Ладно, что, сладкая печенюшка с паштетом, думаю, тоже сочетается.
нормально. Ну, надеюсь, спилю его. Да, даже если не спилю. Здесь тоже, как в рыбалке, больше важен сам процесс. Погуляли. Надеюсь, вы тоже со мной отдохнули, погуляли по лесу. С лесом поделиться, с лешим, с коллегой. Да уж, лесенку с собой, стремянку таскать. Нет, друзья, ножовкой я тут до утра буду пилить. Сантиметров 7, наверное, пропилил. Почти что час прошел. С перекурами. Неудобно вверх руки, когда устают быстро. Высоко. Поставлю точку на навигаторе здесь. С бензопилой потом приду сюда. Тут две чаши даже из него выйдет. Вот такой вот здоровенный. На две половинки получится так и так срез. Если кто-то переживает, что дерево это навредит, нисколечко не навредит, наоборот, пойдет только на пользу. Меньше будет сил уходить у него на этот нарост. А рана эта заживет уже через год. Ну все, точку поставил. Сейчас еще пройду немного, посмотрю по этой натоптанной. По бокам, по сторонам. Прошел еще метров 300, наверное, 400. Ничего не обнаружил. Валит, на лыжи налипает, каждые 50 метров вот так вот очищаю, чтобы они ехали. Ноги уже не идут, но я счастлив. Наверное, у меня с головой не в порядке.
Ладно, ребята, осталось немного, вон там, вон вижу, уже дорога. Всем счастья, здоровья, удачи и до новых встреч. Пока.